Здравствуйте всем, мы из Украины. Вот, обратились к Давиду за помощью в связи с тем, что в 2 года нам поставили диагноз задержка психоречевого развития и спектр аутизма, то есть аутизм, другими словами. До 2 лет мы развивались абсолютно нормально. Вот, и ровно в 2 года, перенеся 2 инфекционные больницы, одновременно почти, у нас начался откат, то есть все навыки, которые были приобретены, то есть была уже как активная почти речь, была игра с детьми, была игра в игрушки, то есть реакция какая-то, все это было потеряно. Вот. Мы ездили по разным врачам, пробовали разные методики восстановления, но ничего таких результатов, как дал нам Давид, не дало. После первого сеанса, а их было пока 4 только, после первого сеанса у Лёвы появилась уверенность в действии, то есть он четко знал, что нужно одеться, что нужно идти на улицу, не было этих скандалов, как обычно, вот что не могло не порадовать. Вот, и уже вот после 4-го сеанса у него какое-то вот логическое мышление началось, то есть вот если там горшка в туалете нет, то он знает, что нужно идти на унитаз, он ждет, там крышкой хлопает, ну, такие мелочи, как бы, может быть, для кого-то, для меня это вообще, ну, невероятный успех. Вот, самостоятельность, то есть одеться, это уже он понимает, что там штанишки нужно одеть, трусики, потом штанишки. Вот этот момент появился, очень активизировалась речь. Ну, как-то вот его прям изнутри так, можно сказать, выворачивает. Он хочет много говорить, много изъясняться, что-то просит всегда. И бардак в доме. Может быть, для кого-то это беда, для меня это что-то, потому что раньше он не интересовался другими игрушками, не лазил по шкафам, была зацикленность на одном и том же. Вот, а сейчас у нас все исследуется, вот, везде проявляется интерес. Поэтому, Давид, огромное вам спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы делаете.